Всем привет! Скоро 2022 год, и ледоколная сфера отправляется в Антарктиду. Конечно же, без нас, поэтому зашлем туда гонца. А чтобы его заслать, его нужно изготовить. Для этого понадобится нам вот такой камешек, дрит и ножницы, которые служили верой и правдой, и поэтому заслуживают отправиться на курорт в Антарктиду. Будет у нас пингвин. Чуть позже придумаем, как его зовут. Опа, похож? Одно лицо. Ну, да, смотря сколько выпить имбиря. А еще нам понадобится штучки 3-4 ложки и пару вилок. Ну, вот, надо прятать свою. Ты прячь, мы пойдем к соседям. В общем, пока вот так получается. Будет тырень. Так. В общем, ложек у соседей натырить не получилось. Придется завтра на Старикон рынок идти. Итак, минимум 2 ложки. И 4-6 ручек от ложек вилок. Немного удалось наколымить, но что-то получится. Па-бам! Пингвин готов! Сейчас поеду передавать его на ледокол, на сферу, а там он вступит потом на землю, вернее, в снега Антарктиды. Нужно придумать ему имя. Есть варианты? Подписчики придумают. Подписчики придумают? Точно! Или подписчики, или работники станции пусть придумывают. В общем, все. Погнал я отдавать. Давайте. Сейчас мы будем наблюдать с вами за доковой операцией по подъему на плановый осмотр судна на сфера. Док погружается. Видно, как приходит вода. Сейчас сюда зайдет украинский ледокол на сфера.